Привет, с вами Павел Доктор. Это маленький обзор моей планеты. Спасибо за то, что дали доступ к этому каналу. Давайте посмотрим за последние 90 дней. Один из важнейших показателей – это среднее число просмотров одним пользователем – 1,8. Ну, желательно, чтобы оно было 2, 3, там, 5 и больше. То есть так, чтобы смотрели за раз сразу несколько видео, и было это интересно. Тогда YouTube будет рекомендовать. Это первый момент. Средний просмотр. Давайте посмотрим. 11 минут это очень хорошо. За 2018 11 минут. За 2019 11 минут. Хороший показатель. Это очень хорошо все. Значит, что дальше идем? CTR значка. А вот тут уже все хуже. 3.1 это показатель не очень, но он в среднем от 2 до 10. Это в среднем по Ютубе 50% пользователей Ютуба имеют такой значок. Но хороший значок это когда значки достигают 10, 15, 20% от просмотров. То есть всего 3% увидевших ваш значок кликают. Это сейчас вообще первостепенная история, то есть начинается с CTR-а. Сначала вас YouTube рекомендует, потом CTR, такая большая воронка, потом средний просмотр 11 минут время и уже дальше повторные просмотры. Вот, соответственно, по источникам трафика все более-менее живет хорошо, 51% рекомендованные, 24%. Главная страница YouTube, вот, из поиска 10%, в принципе, все неплохо. А вот над обложками надо поработать и понять, какой контент лучше всего создавать. Давайте посмотрим, где был кликбейт самый большой. Посмотрим за 2019 год. Вот самый большой был музыка улиц. 12% CTR. Полярная экспедиция, Амарок, фильм 2. 11. Хороший CTR. Секреты долголетия. 3 минуты. Тоже хороший CTR. 10. Вот эти все видео с хорошим CTR, но так как видео выпускается много, то среднеарифметический. Давайте посмотрим за 365. То среднеарифметический CTR, он меньше. CTR складывается и из обложки, и из названия. Здесь используется больше без текста, хотя нет, везде текст. Посмотрим, что не заходит. Все то, что меньше 5 или даже 6, уже плохо, я считаю. Казахстан, баксы. Ну вот, без башни. Тут обложку можно уже поменять. Ну, здесь более улыбчивое лицо, может быть. Здесь стоит что-то более яркое, привлекающее поставить и так далее. Пройдитесь по обложкам, которые можно поменять. Ну, тут тоже не смотрит в камеру, нет никаких эмоций. Тем не менее, ролик набрал 170 тысяч просмотров, а мог бы еще больше. Соответственно, можно еще проанализировать как можно больше информации. И по всем обложкам пробежаться. Что касается подписчиков, где люди больше всего подписывались, то в принципе за 2019 год пришло 74 тысячи подписчиков. Самый пик был у нас больше всего подписчиков в день 2 июня. Больше 1000 человек подписалось.
Что-то вышло интересное в этот день, скорее всего. Давайте посмотрим по подписчикам. Русский след, эхо войны, тайна острова смерти. 10 тысяч человек подписалось. И... Прошу прощения, я бы сделал из этого ролик. Ну да, за 15 лет понятно, почему подписалось так много людей. Тоже две человека, хочется понять. В большинстве случаев люди смотрят, но не подписываются. Просто посмотрели, потому что, скорее всего, в роликах нет призыва к действию. Просто нету призыва к действию. Или... Просто нет призыва к действию. На старых роликах подписываются 17-го года, 17-го. То есть на старые видео люди подписывались за 5 лет. 10 тысяч подписчиков, 2 тысячи подписчиков. А на новые почему-то не подписываются, хотя видео выходит регулярно. Давайте посмотрим в реальном времени, кого смотрят сейчас. К сожалению, мы не видим дату. Девяносто четыре без подписки. Ну вот, по-прежнему смотрят только старые видео, которые зашли. Их в реальном времени смотрят. Все остальное новое, соответственно, не смотрят. Вот этот русский след по-прежнему смотрят. По 10 тысяч просмотров. Возможно, уже не актуально. Но, может быть, его стоит перемонтировать и переснять, и в новом формате оптимизировать под старое видео. И подумать, почему эти видосы зашли лучше всего. Вот 2000 и так далее. Это то, что смотрят. Все, что меньше 100 просмотров за 2 дня, можно смело переоптимизировать эти видео и заново менять им обложку и заново загружать их. Вернее, можно даже перемонтировать, залить. Но лучше так не делать.